Привет. Привет. Я Лёва. Ты Лёва, привет. Привет. Я Лёва. Лёва будет бабл-ти делать. Из тапиоки. Окей. Коктейль будет делать, да. Да. Бабл-ти, вот у него есть стакан. И мы будем делать, на Лилином канале мы сделали из черной тапиоки. Здесь мы будем из белых шариков делать. Мы их отварили, есть инструкция везде. Они более твердые, их вообще никак не сломаешь. Они твердые. Очень твердые. И мы их отварили по инструкции. Целый час мы их варили в большом количестве воды. Потом положили в краситель и в сахарную пудру. Вот что у нас получилось. Вот такие тапиочные. Мы сейчас делаем разноцветный бабл-ти с зеленым чаем. Заварили зеленый чай с мятой. Мы любим зеленый чай с мятой. И с молоком. Ой, это что? Что случилось? Давай, Лёва, все высыпай. Высыпай все в стаканчик. Высыпай тапиоку. Вот, прямо наклони и высыпай. Угу. О, молодец. Вот так можешь. Во, наклонять и высыпай. И зеленый. Зеленый высыпай. Угу. Вот у нас. Нет, там еще. Да, еще раз. Ничего, оставим на развод. Пусть разводится. Так вот. Вот теперь... тут много. Так, теперь наливай зеленый чай тихонечко. Угу. Наливай. Лёва добавит сахара туда еще. Вот. Я еще немножко чая добавлю. Молоко. Угу. Так, вот добавит Лёва молока, вливай, да? Вот все. Мы еще добавим сюда кипятка. Еще. Давай еще. Вот. Еще. А сахара тебе хватит, нет? Вот её. Давай помешай. Пипите. Давай еще сахара. Ты любит сладкий. Помешай. Подожди, мы еще маленько помешаем. Вкусно? Да. Вот он такой тоже красивый. Леве уже нравится, но уже не дает нам его снять. Тут очень красивый, тоже десерт, чай-десерт. А пингончик чай. Очень вкусный чай. Вот такой он. Он тоже жевательный, эти тапиоки. Кругляшки, они такие жевательные, тягучие. Можно, не знаю, какие-то мармеладки, может, пустые. Да, вкусный, пей. Давай говори всем пока. Пока. А, да, и трубочки, конечно, желательно большие, необычные. Большие на трубочке, чтобы в них шарики эти попадали. А то маленькими трубочками не получится пить. Пока-пока. Подписывайтесь и ставьте лайки.